Ветрить, колотить! Секретный, секретный проход! Тут меня точно никто не найдет. Собака спалила меня, этот сраный мальчуган. Чубзелет проклятый со своими камерами. Тут хотя бы камер нету нигде. В подвале. Нет, в подвале нигде камер нету. И слава богу, срань. Все же спалили, как я ночью. Вы это понимаете. Твою мать. И что мне сейчас делать? Жопа, меня просто спалили по-лютому. Этот блогер малолетний установил, извините, камеру в моем доме и снял все, что я ночью делал. А я же много чего ночью делал. Ай, ядрить, колотить. Ладно, ладно, как-то мы выпутаемся. Весь стол обслюня. Как-то мы выпутаемся с этой ситуации. Мокрые руки какие-то после сигареты, не понимают, что за фигня. Здорово, здорово всем. Кто до сих пор не знает, кто я такой, я Эдуардо Перетиано. Самый лучший сыщик, детектив и вообще мужик на этой планете, вот. Если кто-то до сих пор не верит, то что я настоящий детектив, я сейчас вам открою последний секрет. Слушай сюда. У меня есть на телефоне, где мой телефон заряжается, мой телефон, у меня есть на телефоне запись, как ты нюхаешь свои носки. Я уверен, что у тебя было хотя бы один раз такое в жизни, когда ты, допустим, после пробежки или после какой-то прогулки, да, или просто гульки со своими друзьями, снял носки, они очень такие воняют, и такой, понюхал, такой, фу, как воняют носки, и выбросил. Но что самое главное, понюхал же, ну я уверен, что раз в жизни у тебя такое точно было. Или с трусами такое у тебя в жизни хотя бы раз было, я уверен в этом. И ты, конечно, не знаешь, но я в тот момент снимал тебя на камеру. Да, и у меня есть эта запись в моем телефоне, как ты нюхаешь свои носки. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я спалил эту запись всему твоему классу в школе, всем твоим друзьям и родакам, чтобы ты опозорился, ставь лайк прямо сейчас на этот ролик. Если поставишь, я удалю эту запись. Если не поставишь, я скину ее всем твоим друзьям. Поэтому ставь лайк прямо сейчас, а Эдуардо Персиано должен придумать, как, мать его, выпутаться с этой ситуации. Ну что ж за хрень, почему меня ненавидит целый же посранск? Целый же посранск меня ненавидит. Все меня презирают, все меня подставляют в каждой серии, я даже не знаю, что мне делать. Сраный же посранск. Зачем я сюда переехал вообще? Проклятый какой-то город, ей-богу. Зачем я сюда переехал? Только проблемы себе на голову дошел. Просто я жизнь детектива. И все меня сейчас ненавидят. На улице эти журналюки стоят. Слышь, дай мне до конца догореть. Нечистая сила. Кто меня перебивает, ёпки? Детектив! Детектив! Алло, кто тут? Детектив, у тебя есть еще один секретный проход, детектив! Я сейчас калаш себе в сраку засуну, там и патронов нету ща. Какой секретный проход? Ты кто такой, ёпта? Сюда быстрее, здесь секретный проход, детектив, быстрее сюда! Куда туда? Вот сюда, справа. Куда справа? Кто это вообще, какой секретный проход? Я уже в секретном проходе. Давай, быстрее, секретный куда? Проход. Куда? Куда? Какой секретный давай. Проход? Да вот, да, вот сюда, да. Да. Бомжары, это ты? Пойдем, быстрее. Давай, бомжар. Вылезай. Слышь, Чубзелет, спасибо большое. Там журналюги эти, короче, спалили меня, как я ночью. Блогер этот юный спалил меня, вот. И сейчас же журналюги там стоят возле моего дома и ожидают, пока я прибегу и опять засвечу своим шпингалетом между ног. Ой, да я помню, да. Бомжар, это ты, а где ты столько пропадал? Куда ты ушел? Ой, слушай. Я был в параллельной вселенной, понимаешь, параллельной вселенной. Я сражался с демонами, привидениями, везде привидения, да. С кем ты сражался? Где везде ты? Привидения, понимаешь? Мир ложь, обман, привидения, параллельной вселенной. Вот ты дебил бомжара. Короче, бомжара, привидения. Я хороший человек, и я тебе предлагаю за мой счет. Прибухнуть сегодня! Меня заколебал этот же посранск, честно тебе скажу. Надо выпить. Нет, детектив, не надо. Бомжара, ты-то чё отмазываешься? Я тебе в прошлую нашу встречу бутылку вина подогнал, ты даже не ломался. Пошли, давай прибухнем, за мой счет. Нет, давай, это не надо, пить плохо, я бросил.
Я угощаю. Ну ладно, ладно. Ну пошли тогда. Я тут знаю бар рядом. Пойдем, пойдем. А? Куда? Да-да-да, быстрее, быстрее. Давай я такси... Нет, это привидение, подожди, подожди, привидение. Какое привидение? Давай я такси вызову, подожди. Нет, давай мы пешком дойдем, тут недалеко. А, пешком? Да-да-да, быстрее, быстрее. Ладно, ладно, давай, веди меня. Давай, бомжара, давай. Пойдем, за мной. Да я Юрию, давай, веди. Аккуратно, смотри по бокам, там привидение. Давай, за мной. Еще, долго еще, я уже заколебал, у меня же ноги, бля, ты говорил, тут близко где-то. Подожди. Все, пойдем быстрее, за мной. Нету привидений, да? Подожди. Ага. Да, все нормально, пойдем. А, вот это бар, ну слава богу, ой. Слава богу, давай. Так, бармен, мне что-то покрепче. О, нормально, спасибо, бармен, спасибо. И моему другу также вот это. Сейчас, да я повыше сяду, только это. Подожди, бомжара. Вот так. В общем, бомжара, слушай сюда, мои проблемы дальше. Сигарку прикурю. Давай. Да жесть какая-то. Понимаешь? У меня уже вышло где-то 6-7 серий вот этого детектива. Меня в каждой серии унижают. Унижают в каждой серии. Хотят убить в каждой серии бомжара. То меня бабулька подставила, эта собака сутулая. То еще там кто-то, то я в ментурке был. То ты, бомжара, мой лучший друг, куда-то ушел, братан. Я тебя потерял, понимаешь? Подожди. Продолжай. Вот. Ой, извините, я не хотел, пардон. Вот, понимаешь, в прошлой серии охота шкалатру даю. Понимаешь, а в прошлой серии охота вообще шкалатру даю, ты мелкого дома пустил, понимаешь? Он, короче, камеры свои на шпингалетил везде мне, на стены. Вот падла-то, а я знал, здесь школьники все такие вот. Вова! Вот, понимаешь, испалил, как я ночью это самое делал, ну ты понимаешь, бомжара. Чё, реально? Вот именно, и он, короче, это выложил в интернет, меня спалили, и я сейчас опозорился. Вот капец, конечно, да. Вот школьник, падла. Блин, у меня вот бухлишка закончилась. Бармен! Бухлишка больше идет. Бармен, налейте мне, пожалуйста. Подожди, детектив. Не надо. Да я еще хочу, ёпт. Подожди, детектив. Подожди. Чё? А ну, бери кружку. Да мне стакан. Бери стакан. Взял в руке, вот. Хочешь, фокус покажу, фокус. Какой, ёпт. Привидение, подожди, фокус. Какой фокус, ёпт? Ты взял стакан? Да, вот он в руке у меня. Пустой. Бери стакан. Ну? Подноси его к колбу. Чё? Ну, окей. Подноси. Ну. Закрой глаза, закрой. Закрыл, ага. Закрыл. Угу. Опа-на-па-ти-па-на, бум! Всё. Ну. Подожди. Ты что, насал мне в стакан, что? Да нет, это магия, понимаешь, магия, привидение. Слышь, бомжара, ты как это сделал? Ну, ёпта! Я просто, понимаешь, я с привидениями общаюсь. Это знаешь, как в этом фильме было, там в Мстителях, ёпта, когда вот этот Доктор Стрэндж наполнил стакан вот этому Тору, когда он сидел пивасик пил у него дома, помнишь? Ты что, у него научился такому, ёпты? Да! Ты Доктор Стрэндж? Да! Я в параллельной вселенной с демонами общаюсь, и потом их так вот наполняю, потом... Это бум! Вот так вот. Бармен? Еще, пожалуйста, один стакан. Подожди, какой бармен? А, давай, бомжара, сейчас... Бери стакан. Колбу. Колбу, закрывай глаза. Закрыл. Давай, типа, ду, стакати капу, у... Скидывай, пыщ! Да что ж у меня только... Ну как? Бомжара, будь моим братом,
хладнокровным. Ты лучший человек на этой планете, ёбля. Смотри, не обоссысь, только не обоссысь. Хороший, хороший совет. Подожди ты немного, я уже литр где-то выпил. Пей себя, не жалей, пей! Притом привидения, они вот всюду, всюду сраные привидения. Думаешь, надо? Да я согласен, я уже ёбки заколебался в этом дромосрасе моём сраном. Жить, каждый день меня оскорбляют, убить меня хотят каждый день. Один ты, ёпты, бомжара нормальный, который меня понимает, понимает меня, понимаешь, как понимать надо, да? Да, понимаю, надо. А, привидение, видишь? А привидение, где? Я обманул. Ложись, под стол, ложись! Успокойся, ты параноик, ёпты, я тебя обманул. Да я тебя просто надурил немного. Смешно! Бармен! Еще, пожалуйста, рюмку! А! Точно! Да, давай, бомжар, я съем! Музыка, как нужна, давай! Стыни-ди-би-ди-би-ди-би-пи-па! Скину-па-па! Маг, ёпты, просто Копперфильд-то настоящий! Что-то мне плохо, ёпты. Вызовите, пожалуйста, такси, бомжар, вызови такси, пожалуйста. Знаешь, кто по кнопочке привидения приедут? Пойдем пешком, пойдем. В смысле пешком, ёпты, бомжар? Я пешком не найду, понимаешь? Все привидения, ты не понимаешь, что везде привидения, пойдем пешком. Сяда, я закушу. Да я не дойду пешком, я еле на ногах, я еле на жопе. Вставай, детектив, вставай, давай. Давай, раз-два, давай. Давай! Давай, пожалуйста. Как раз протрезвеешь. Протрезвеешь. Да, пойдем. Беги меня. Да, пойдем. За мной, пойдем. Давай, Пойдем, детектив, пойдем. Сделай еще раз со стаканчиком эту свою магию, ёпты. Тебе уже хватит, детектив, пойдем быстрее. Пойдем. Давай. Подожди, прыгнись! Я забыл, ёпты. Нет, бомжара. Это привидение, да, я понял. Да это не привидение, это проклятые журналюги, которые меня спалили. Я туда не пойду, бомжара, я тут ночевать буду. И они сразу ко мне начнут приставать, типа, это вы, детектив, который засветил своими причиндалами. А что мне делать? Я не пойду туда, нет. Ладно, детектив, ладно. Так уж и быть, я тебя выручу последний раз. Во имя привидений. Как ты меня выручишь? Я тебя выручу. Как? Стой тут. А что мне делать? Ладно. Давай я трусь об мусор хвату. Сигареты вкусные, кислые. Детектив. Колоди, чё бомжара? Чё тебе надо? Всё. Что за хрень? Да не 10 секунд назад. В смысле, ёпты, бомжар, это чё? Ни следа, ни духу. Следа? Как ты это сделал? Куда? Как? Да! Как? Как ты это сделал, бомжар? В смысле, куда они все делись? Они испарились за 10 секунд. Как, в смысле? Да. Что ты с ними сделал, бомжар? Да. А ну признавайся, ёпты, как ты это сделал? Да. Вот так. Да. Да. Давай рассказывай, я тебя слушаю внимательно. Куда все? Детектив, мне пора. Куда? Мне пора улетать. Слышали, там вся самолет? Куда улетать? Да, пока. Эдрик Каватин!